Привет, друзья. Кстати говоря, все верно. Как и многие знают, и по новостям это показывают. Здесь закрытые пляжи во многих отелях. Но нам повезло, потому что есть здесь три места, где можно купаться. Три пляжа. Один из них вот здесь. Вот именно вот здесь. Это номер один пляж. Вот там номер два пляж. Вот здесь он тоже, видите, огорожен. Есть разные бассейны, вот на высоте бассейн, там еще выше бассейн, детский бассейн, метр 25, метр 30, есть там 30 или 40 сантиметров. Вот, а сейчас мы отправимся, я покажу и прицеплю видео с местом для купания номер 3 пляж. Там такая лагуна сделана, огорожена камнями, как сказали, первый раз сейчас пойду. И вместе с вами это все и увидим. А мы туда, собственно говоря, направляемся, чтобы там сегодня плавать. Так что, ну, здесь красиво. Недавно здесь корабли очень... Корабли здесь очень редко плавают. Это личные корабли этого отеля. Отель этот выкуплен... Был другой владелец, а сейчас приобрел какой-то очень влиятельный бизнесмен в Египте. И здесь типа того, что порядок. Короче говоря, все хорошо. Уважаемый человек все держит здесь как надо. И на самом деле здесь порядок. Все четко, очень доброжелательные люди. Вкусная еда, кстати, на самом деле... Сколько несколько раз, и по крайней мере я точно был в Турции. И по сравнению, а в Египте я второй раз. По сравнению с Турцией, мне кажется, здесь даже вкуснее. Даже не кажется, это уже уверенное мое мнение, стойкое. Вот так мы идем, все. Все на высоте. Вот тот самый бассейн, который я показывал издалека. Можно здесь плавать. Здесь мы еще не были. Вот он. Вот он. Сюда мы в гавань. Вот то место для купания. Тоже мы там не были. Вот это внизу. Насчет того, чтобы покупаться в открытом море, они разрешают, но говорят, лучше не надо заходить. Все тоже из-за этой акулы, которая здесь появилась. Может, даже их несколько, никто точно не знает. Но появилось из-за того, что какая-то баржа затонула. Это было недалеко, примерно 20 километров отсюда. Но тем не менее, баржа затонула с баранами. Баранов было сколько-то, тысяча. И как бы акулы научились и привыкли кушать. И, видимо, все, что сейчас крупненького размера плавает здесь, это... для акул бараны. Так что, друзья, надо не быть баранами, будем плавать закрыто. Так, это второй бассейн, или третий, не знаю какой. Вот красивый, очень даже живописный. Вот это детский бассейник маленький, очень детский, водичка теплая, теплая. Ближе тот самый пляж номер два. Здесь тоже мелко довольно, где-то так по грудь, а вот здесь мельче. Здесь вот чуть колено скрывает в начале. Здесь мало рыбок плавает совсем, и ходят крабы. Удивление было для меня, что они так быстро бегают, просто нереально. И причем интересно ходят, я засниму, наверное, где-нибудь в каком-нибудь ролике покажу, что вот он стоит лицом к тебе. Он просто начинает в бок ровно идти, ничего не меняется, просто он движется в бок, причем очень быстро. Потом другой бок, прямо, в бок, прямо. И так быстро он бегает по камням, как будто паук. Нет, недолго.
вот он и есть, этот самый третий пляж. Третий пляж, куда мы идем. Ой, как здесь красивенько, какой песочек. А вот те самые камни, и тут получается мелко довольно, поэтому сюда рыбы никак не могут большие проникнуть, как и сказали. Обалденно. Дело в том, что сказали, что туда нужно немножко пройти, далековато. По-моему, прошли 2 минуты. Ведерко там, в рюкзачке! О, какой песочек! Все ровненько, чистенько. Пойдем пробовать воду. Ой, спасибо. Там камни! Там нету камни! Взял шарфики, взамен которых отдают полотенце. Сейчас принесем полотенце. Hello. Отправился на разведку. Посмотрю, что здесь есть. Водичка, по крайней мере, сок взять. А вот мы пришли. Вот то место мы нашли, наконец-то, нормальный вход. Черно-желтую рыбку видели? Да! Классно! Там классные рыбки плавают. А там камни разделяют. Держу, держу, держу. Это же со мной. Пойдем попробуем. Салют. Салют, а, отсюда. Вот, вот эти красные флаги означают, что купаться там нельзя. Скорее всего, картина эта не изменится, но есть такое место, где можно просто наслаждаться. Песочек, чистейшее море. Отличная погода. А, кстати, вот он, видите, отсюда. Ну, здесь совсем маленькая часть отеля, видите? Маленькая часть отеля. Маленькая. Дальше все скрывается. Салют! Да. Сейчас будем прыгать. Все.